я много знать и все вам рассказать. Лупи! Сегодняшний прогноз погоды. Солнечное утро сменится штормом после полудня. Не забудьте взять зонт. Прекрасное утро, солнечно кругом. Белые облака на небе голубом. Но небо потемнело и дождик начался. Надвигается шторм, приготовьтесь, друзья. Погода, погода, разная погода. Солнечные, теплые, приятные дни. Погода, погода, разная погода. Дождливые, ветреные, жаркие дни. Молния и гром, слышишь этот звук? Шторм надвигается и скоро будет тут. Торнадо, ураганы, наводнения. Погода бывает опасной иногда. Погода, погода, разная погода. Солнечные, теплые, приятные дни. Погода, погода, разная погода. Дождливые, ветреные, жаркие дни. И когда очень-очень холодно, снежинки начинают падать с неба, и все вокруг замирает, и все покрывается белым снегом. Эй, дождь прекратился, и солнышко опять засветило. Погода, погода, разная погода. Солнечные, теплые, приятные дни. Погода, погода, разная погода. Дождливые, ветреные, жаркие дни. Посмотрите, что у меня есть в кармане! Ого! Это моя зубная щетка! Она оранжевого цвета! Думаю, ты знаешь, что сейчас будет! Да! Мы сейчас будем петь песню про чистку зубов! Зубная боль так ужасна! Возьми щетку с тюбиком скорей! Выдави пасты с горошину ты на щетку. Теперь приготовься и повторяй за мной. Итак, у тебя 2 минуты. Начали! Ведем по кругу, 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 кругу. Чистим мы по кругу весь рот. Слева по кругу и справа потом. Сверху по кругу, где еду мы жуем, да-да, всю грязь мы уберем. У нас во рту бактерии живут, им не место тут. Мы зубы чистим из-за них. Давай зубы чисть, давай не ленись. Пусть они сверкают, как снег. Отлично! Мы на полпути! Еще немного! Чистим по кругу, 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 кругу. Чистим мы по кругу весь рот. Свежим дыхание будет теперь, да. Улыбаться ты станешь всегда, оу-оу. Я зубы чистить люблю. И не забудь про десны ты, а также про язык. Скоро почистим весь рот. Чистим спереди, сзади и по бокам. Вперед, назад и вбок. Спереди, сзади, по бокам. Вперед, назад и вбок. Давай зубы чисть, давай не ленись. Пусть они сверкают, как снег. Давай.
давай зубы чисть, давай не ленись, пусть они сверкают, как снег. Я зубы чистить люблю. Ребята, чистить зубы вместе было так весело! Итак, если ты чистишь зубы один раз утром и один раз вечером, мы очень скоро встретимся! Если захочешь почистить зубы вместе со мной, тебе лишь надо найти песню Блиппи про чистку зубов! Да, это я, Блиппи! Что ж, до встречи! Пока! Танцуй со мной вперед, двигайся быстрей, пока не скажут стоп. Замри, как камень, стой, а теперь отомри и повторяй за мной. Будь как статуя, ничего не говори. А когда я скажу вперед, ты движение повтори. Бежать, стоять, весело играть. Красный, зеленый, вперед. Воу-воу-воу. Танцуй со мной вперед, двигайся быстрей, пока не скажут стоп. Замри, как камень, стой, а теперь отомри и повторяй за мной. Внимательно команды слушай, команды стоп и вперед. Правила очень простые, скорее нас игра зовет. Бежать, стоять, весело играть. Красный, зеленый, вперед. Воу-воу-воу. Танцуй со мной вперед, двигайся быстрей, пока не скажут стоп. Замри, как камень, стой, а теперь отомри и повторяй за мной. А-а-а-а-а-а, стоп и вперед. А-а-а-а-а-а, стоп и вперед. А-а-а-а-а-а, стоп! Я надеваю шапку и очки, учиться будем мы, смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, с Блиппи мы будем мир изучать. Я новый день встречаю, с улыбки начинаю, и любимую одежду я надеваю. И шапку свою я очень сильно люблю, а еще есть очки оранжевые они. И кажется, весь мир рад, когда я надеваю шапку и очки. Учиться будем мы, смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки, с Блиппи мы будем мир изучать. Оранжевый и синий цвет, я всегда найду ответ. Я стараюсь все вокруг понять. Что-то новое учить, много знаний получить. И, конечно, веселиться и играть.
И кажется, весь мир рад, когда я надеваю шапку и очки. Учиться будем мы смеяться и играть. Я надеваю шапку и очки. С Блиппи мы будем мир изучать. С Блиппи мир изучать. С Блиппи мир изучать. Куда угодно, морские просторы, леса и горы. Мы веселиться будем все равно. Пусть солнце, пусть дождик, но всегда свежий воздух. Пойдемте гулять, здесь очень хорошо. На улице всегда так свежо. Отправимся в поход, кто со мной пойдет? Солнышко нас за собой зовет. Мы можем пойти куда угодно, морские просторы, леса и горы. Мы веселиться будем все равно. Пусть солнце, пусть дождик, но всегда свежий воздух. Заглянем под куст, там личинки живут. Рыбы плавают в воде, птицы песни поют. Здесь листья на земле и цветы растут везде. Пахнет свежестью трава, много звуков слышу я. Мы можем пойти куда угодно, морские просторы, леса и горы. Мы веселиться будем все равно. Пусть солнце, пусть дождик, но всегда свежий воздух. Но всегда свежий воздух.
всегда свежий воздух. Множество рыбок увидим с тобой. Черепаху и скат, какой удивительный мир морской. Рыбы плавают в воде разных размеров и разных цветов. Есть маленькие, есть большие, даже есть малосы. Много всего интересного тут. Пингвины, друзья, дружным строем ходят всегда. Все, что в океане есть, мы в аквариуме видим здесь. Есть маленькие, есть большие, даже есть малосы. Это желтые велосипеды. Ха-ха. И сегодня я в Тенино, штат Вашингтон. И мы будем на этих велосипедах исследовать город. Ха-ха-ха. Поехали! Оу! Уи! Так, прежде чем сесть на этот велосипед, я должен надеть свой шлем. Безопасность прежде всего. Ху-ху. Готово? Отлично! Давайте исследуем этот город! Эй, а давай изучим части велосипеда. Итак, как вы знаете, на мне надет шлем. И это первая часть велосипеда. Ну, это не часть велосипеда, но чтобы ездить на велосипеде, вам нужен шлем. А это у нас руль велосипеда. Вот здесь. Это руль. Видите? Вы держитесь за него руками, когда едете, и поворачиваете прямо как руль в машине. Уи! Уи! А эта желтая часть – это рама. Рама соединяет все части велосипеда вместе. Это сиденье. На нем вы сидите, когда едете на велосипеде. И это сиденье очень мягкое, с подкладкой. На нем удобно сидеть. Потом у нас есть два колеса и шины. А вот здесь у нас это педали. Когда вы их крутите, заднее колесо тоже крутится. Смотрите. Видите как?
Ого-го-го! А тормозим на велосипеде мы тоже педалями. Готовы? Смотрите. То есть, когда вы едете вперед, крутите педали вот так. Да, по часовой стрелке, если смотреть отсюда, с моей стороны. Ну ладно. Так, если крутите педали вперед, велосипед едет вперед. А если крутите их назад, вот так. Тогда велосипед остановится. У некоторых велосипедов тормоз на руле. Вот здесь, но не у этого. А здесь, смотрите, багажник. На нем можно перевозить разные вещи. Продукты, пиццу или овощи, или... Ну, я не знаю. Ну ладно. Мне надо снова надеть мой шлем, чтобы мы продолжили поездку. О, какой это приятный маленький город. Готово? Поехали! О-хо-хо-хо! Видите, как я еду по траве? Этот велосипед вообще-то сделан для дорог и тротуаров, для ровных поверхностей. Это городской велосипед. Но бывают и другие велосипеды. Например, горный. Ой, ой! На нем гораздо удобнее ездить по земле, как здесь. Ха-ха-ха! Уи! О-хо-хо-хо! Ха-ха! Ладно. Ху-ху-ху! Это искусственный карьер. Давайте я покажу вам, что это. Ух ты! Раньше на этом месте был огромный холм, но потом люди очень давно выкопали его. Здесь около 100 футов, это 33 метра в глубину, так что до дна невозможно достать. Ого! Да, но здесь зато можно плавать. Ух ты! А на той стороне водопад! Это, похоже, отличное место, чтобы поплавать. Ой! Ой! Ху-ху! Кажется, мой велосипед сломался! О, отлично! В этом городе есть велостоянки с разными инструментами. Хорошо, сначала нам нужно поднять велосипед вот сюда. О! Супер! Ух ты! Ха-ха! Смотрите! Мяу! Как будто он едет на заднем колесе. Ладно, хватит играть. Надо приступать к работе, чтобы починить его. Смотрите-ка, у нас здесь есть ключ-шестигранник. О, и еще у нас есть... Это плоская отвертка. Потом здесь есть вот это стандартная отвертка. И даже есть гаечный ключ. Так много инструментов, но я думаю, проблема в том, что сдулась шина. Так что открутим это, и так мы сейчас накачаем шину. Вот это сюда, а потом, посмотрите, так мы ее накачиваем. А, отлично, кажется, теперь все в порядке. У-ху-ху! Эй! Я думаю, что пришло время спеть песенку. Ха-ха! Много звуков издать и удивлять твой может инструмент. Много звуков издать и удивлять твой может инструмент. Вот ключ гайки он крутит, вжик-вжик. Молоток забьет, гвоздик бум-бум вмиг. И дрель сверлит так громко, з-з-з-з. Поработай опять, все звуки будешь знать. Много звуков издать и удивлять твой может инструмент. Много звуков издать и удивлять твой может инструмент. Слышишь стук и скрип? Звон и треск, поработай опять, все звуки будешь знать. Слышишь бум и бах, вжик и цинь, поработай.
работай опять, все звуки будешь знать. Пассатижи провод перекусят, вжик-вжик. Слышишь звук у этих синих ножниц, чик-чик. Прежде чем инструмент нам в свои руки взять, всем про перчатки, очки не стоит забывать. Вам подтвердят мама с папой сейчас, безопасность так важна для всех нас. Много звуков издать и удивлять твой может и инструмент. Много звуков издать и удивлять твой может и инструмент. Слышишь стук и скрип, звон и треск, поработай опять, все звуки будешь знать. Ты слышишь бум и бах, вжик и дзинь, поработай опять, все звуки будешь знать. Ух ты, смотрите! Мы в магазине резных изделий. Здесь занимаются резьбой по камню. Эй, привет-привет! Как тебя зовут? Вайет. Вайет? А чем ты занимаешься? Резьбой по камню. Резьбой по камню? Ого, ясно. Ты берешь стамеску. Да. Потом деревянный молоток. Да. И бьешь по ней. Да. Как молотком по гвоздю. Попробуем. Ху-ху-ху! Получается! Ладно, твоя очередь. Ты хочешь его покрасить? Да. Давай. Я покрашу красным. Ух ты! Это так здорово! Можно я зайду в твой магазин? Конечно! Отлично, идем! Как ваши дела? О, отлично. Хорошая погода сегодня. Да. Как вас зовут? Меня зовут Иэн Уильямс. Я отец Вайта. Я Кит. О, здорово. Приятно познакомиться. Кит, покажете мне магазин? Да, вон там на стене у нас разные товары для покупателей. Похоже, что Вайт и его команда все это вырезали прямо из камня при помощи деревянного молотка и этой острой металлической штуки. Даже не знаю, как она называется. Ой, смотрите! На что это похоже? Это похоже на яблоко, но на самом деле вырезано из камня. Это очень круто. Что ж, поедем дальше изучать город. Да! Мы приехали на пожарную станцию! Вы знаете, какие на пожарной станции есть машины? Да! Здесь есть скорая помощь, здесь есть пожарные машины! Эй, вот они! Ого! Это так круто! Ох ты! Оу! Это же настоящая пожарная машина! Ого, идите сюда! Привет, что вы делаете? Мы едем на пожарный вызов. У них пожарный вызов, значит, кому-то нужна помощь. А я могу поехать с вами? Конечно, Блиппи. Круто! Ладно, это значит, мы сейчас кому-нибудь поможем. Мы же едем по пожарному вызову. Так, сначала по порядку. Безопасность прежде всего, первым делом пристегнуться. Вот так. Теперь я хорошо пристегнут. Я почти готов ехать по пожарному вызову. Сейчас я заведу машину, и потом я выведу ее с этой парковки. Так мы можем ехать вперед. Ага, давайте спасем этих людей! Вот так. Думаю, им нужна наша помощь. Так что поехали!
посмотрите! Вы, наверное, уже видели полицейскую машину, но сейчас я за рулем полицейского грузовика! Ха-ха! Ладно, дайте-ка я припаркуюсь вот здесь, на траве. Ха-ха! Вот так, да. Теперь мы можем продолжить исследовать город. Ха-ха! У-ху! Ха-ха! Помните желтый велосипед? Да. Это отличный способ ездить по городу. И экологичный. Ладно, поехали! Подождите-ка! Почему я не двигаюсь с места? Ой, ха-ха-ха! Вот же он! Отлично! Теперь поехали! Ух ты! Привет! Привет, Блиппи! Хо-хо-хо! Это был Мар! Ха-ха, вот круто! Едем дальше! У-ху-ху-ху-ху! Ох! Было очень здорово кататься с вами на велосипеде в Тенино, штат Вашингтон. И это правда очень крутой маленький город. И так здорово, что у них есть эти желтые велосипеды для всех желающих бесплатно! Это круто! Ну, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной. Блиппи. Блиппи! Молодцы! Ну ладно, увидимся! Пока-пока! Привет! Это я, Блиппи! Смотрите, что за моей спиной! Ого! Какая крутая надпись! И что здесь написано? Сайкарт! Международный трек! О, да! Сегодня я на международном гоночном треке в Таквилле, Вашингтон. Эй, смотрите сюда! И сюда! Что это? Да, это карты! Сегодня вы со мной сядете за руль карта! Ух ты! Вы видели? Это же флаги! Да, когда вы гоняете на карте, то важно смотреть на судью с флагом. Да, двигатели картов такие громкие, что ему пришлось бы кричать. Но в шлеме ничего не слышно, поэтому вы общаетесь с цветными флагами. Давайте их изучим. О, какого цвета этот флаг? Да, этот флаг зеленого цвета. Он означает старт гонки. Как только флаг опустится... Пора стартовать! Ха-ха! Ого! Взгляните на этот! Да, этот флаг, правильно, желтого цвета. Да, когда видите желтый флаг, нужно снизить скорость. Да, не обгонять. Он означает, что на трассе какое-то препятствие, и надо быть осторожным. Он означает опасность. Ого! Взгляните на него! Ух ты! Он красного цвета. Что-то вроде знака «стоп» или «стоп-сигнала». Он призывает немедленно остановиться. На трассе какое-то серьезное препятствие. Возможно, карты столкнулись и заблокировали трассу. Да кто знает, этот флаг велит всем гонщикам остановиться. О, еще один флаг. Ого, какого цвета этот флаг? Да, один из двух моих любимых цветов. Это голубой флаг. Если судья размахивает таким флагом, значит, нужно уступить дорогу, пропустить другую машину. Возможно, что я еду очень медленно. А значит, если я увижу голубой флаг, я отъеду в сторону и пропущу соперников. Важно соблюдать технику безопасности. Ой, посмотрите на этот! Это черный флаг. Вас сняли с гонки. О, нет!
Вот и кончилось веселье. Да, вам покажут этот флаг, если вы нарушили правила. Например, толкнули соперника. В картинге нельзя таранить соперников, ведь это не таран, а карт. Уи! О, да! Белый флаг означает, что остался один круг. Знаете, что это означает? Жми на газ и несись к победе! И последний флаг. Да, черно-белый клетчатый флаг. Он означает, гонка окончена. И, скорее всего, вы победили! Ого! Смотрите! Да, это карт. Ну да, мы изучаем картинг. Эй, давайте взглянем на его детали. О, он такой потрясающий! Вы знаете, как это называется? Да, на нем сидит водитель. Это называется сиденье. Ух ты! Смотрите, за что я держусь. Уи-уи! Да, это рулевое колесо. Крутое, правда? Им поворачивают налево и направо. Да! Уи! Как и в машинах и грузовиках, у карта тоже есть рулевое колесо. Смотрите, на что я нажимаю ногой. Да, видите красную деталь? Это педаль тормоза. Да, если на нее нажать, она остановит карт. Посмотрите с этой стороны. Какой это цвет? Да, это зеленый цвет. Вы знаете, что означает зеленый? Зеленый значит вперед! Ха-ха-ха! Уу! Ой, смотрите! Карты хороши тем, что они безопасные. Благодаря ремню безопасности. Помните, ребята, всегда пристегивайтесь в машине. И, конечно же, позже мы наденем шлем. Ого! Посмотрите сюда! Прямо по центру, вот здесь, отверстие бака, куда заливается топливо. Этот карт ездит на бензине. Откроем крышку. Ух ты! Бензобак полный! Можно выезжать на трассу. Ой, а вы видели двигатель карта? Давайте посмотрим. Хорошо. Вот это да! Смотрите! Я снимаю кожух. Ого! Перед нами двигатель карта! О, вот что дает карту мощь! Топливо поступает сюда, смешивается с воздухом, потом искра от свечи зажигания и появляется мощность! Ха-ха! Ох, какая крутая машина! Пришло время прокатиться на карте! Ух ты! Смотрите, как много здесь картов! Мне хочется побить рекорд круга. Ой, идите за мной! Видите? Вот эти карты! Да, у всех этих картов красные номерные знаки. Они классные! Ух ты! Теперь взгляните на эти карты. У всех этих картов черные номерные знаки. Так много знаков! Идем! Ой, взгляните на него! Знаете, какой это номер? Здесь единица и шестерка. Да, 16! Ха-ха-ха, да! Ого! Две одинаковые цифры. И обе цифры двойки. 2, 2. Какой же это номер? Да, 22. Молодцы! Эй, а давайте-ка решим математическую задачку. Итак, сколько будет 1 плюс 2? 1 плюс 2. 1, 2. 1, 2, 3. Да! Номер 3! Ура! Эти карты такие забавные! Ой, а давайте возьмем первый и поедем кататься! Посмотрим, как насчет этого?
сядем в него. Стоп, стоп, стоп! Не торопитесь, не забывайте о безопасности, когда катаетесь на карте. Давайте наденем шлем. Взгляните, какой большой выбор шлемов! О, я в предвкушении! О, смотрите, какой шлем! Да, этот шлем выглядит крутым! Тут есть зеленый цвет, черный, белый, ого, и серебристый! Ха-ха, здорово! Тут есть один из моих любимых цветов! Да, голубой шлем! Да, это тоже крутой шлем! Ой, взгляните на этот! Да, какого он цвета? Да, шлем розовый! Мне нравится этот шлем, это важная вещь! Он помогает защитить голову, когда вы катаетесь на карте! А этот шлем красный! Вот это да! Смотрите! И последний шлем в этой комнате желтого цвета. Да, какой приятный цвет! Он напоминает цвет солнца, да? Да! Как же здесь много разноцветных шлемов! А какой цвет выбрали бы вы? Ха-ха-ха! Мне нравится этот цвет! Но шлем нужен мне сейчас! У меня есть идея! Давайте я надену свои средства защиты! Штаны! Да! Ха-ха-ха! У-у! Перчатки! Ого! Да! Уи-у! Шлем! Да! Я готов начать гонку! Ха-ха! Идем! Ну все, я готов! Сел в карт, не забывая о безопасности. Надел шлем и пристегнул ремень. Хорошо, Блиппи, ты готов стартовать. Рекорд 23,3 секунды. Сможешь его улучшить? Я готов побить этот рекорд. Минуточку. Какое у меня время? 23,29 секунд. Новый рекорд круга. Смотрите. Ура. Да. Вот это да. Было так здорово. Видите, как быстро мы ехали? О, я обожаю картинг. О, мне было так интересно на гоночном треке Cycard International Speedway в Таквилле, Вашингтон. У-ху! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя, произнесите его со мной. B-L-E-P-P-E. Блиппи, мы справились! Ха-ха-ха! Ну ладно, до встречи! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится,
не соскучится Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Скоро мы с вами познакомимся с фламинго и с другими животными, которых мы называем амбассадорами. Будет интересно! Хочу я много знать и все вам рассказать! Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, где я сегодня! Сегодня я в зоопарке Вудленд в Сиэтле, штат Вашингтон. Вы уже бывали в зоопарке? Да, это так круто! Можно увидеть больших животных, маленьких животных, даже насекомых, если хотите. Да, я в предвкушении. Идем! О, мы с вами на территории вольеров. Это так круто! Ого! Посмотрите-ка! Оу! Похоже, это угощение для животных. Ням! Ха-ха. Ладно, положу это на место. Ух ты! А это настоящая еда для этих животных. Да, это то, что они едят каждый день. Эй, посмотрите, видите эти штуки? Да, насыпаем немного этой пудры, перемешиваем и получаем то, что эти животные любят есть каждый день. Ладно, давайте я положу это на место. Эй, вы заметили, что там лежало? О, это похоже на перо. Наверное, оно принадлежит животному, которое здесь живет. Да, перо. У птиц есть перья. И видите, оно розового цвета. Хо-хоу! Вы знаете, какое животное или птица розового цвета? Да, фламинго! Ладно, давайте оставим перо здесь. Теперь возьмем это угощение и пойдем поищем фламинго. О, это же Джон! Привет! Привет, Блиппи! Как ваши дела? Хорошо, добро пожаловать к фламинго. Спасибо, а что вы делаете? Я собираю перья. А это наши фламинго. О, вы видите фламинго? Ух ты! Вы не против, если я подойду к ним? Подходи, конечно. Хорошо? Эй, давайте подойдем поближе к фламинго. О, привет, фламинго! Привет! О, эти фламинго такие красивые! А вы знали, что когда фламинго рождаются, они белого цвета, да, серые, ну, бело-серые. А потом, когда подрастают, они становятся розовыми, потому что пища, которую они едят, тоже сильно розовая. О, это так круто! А видите, какие у них длинные ноги? Хо-хо-хоу! Они очень длинные. У взрослого фламинго ноги длиннее, чем все остальное тело. У-ху-ху! Это так интересно! Эй, а видите, что у них ноги сгибаются назад? Да, у людей ноги сгибаются вперед. А вот у фламинго ноги сгибаются назад. Вы, наверное, подумали: о, какие подвижные колени! Но я расскажу вам действительно крутой факт. Вы видите, у них вот это место прямо посередине ноги. Да, похоже на колено. Но там у них на самом деле щиколотка! О, это странно! Так, думаю, надо высыпать это угощение в воду и посмотреть, подойдут ли фламинго. Так, ха-ха, ладно, угощайтесь! Это шоу животных-амбассадоров. Ух ты! Еще одно животное! Это замечательное место! Привет, как тебя зовут? Я Сьюзи. О, рад знакомству. А это кто? Это Гарри. Он полосатый скунс. Ух ты! Полосатый скунс? Я вижу черный и белый. А почему у него такие полоски? Эти полоски помогают ему предупредить хищников вокруг о том, что он скунс. А если они уже сталкивались со скунсом, то они точно не захотят, чтобы он их обрызгал. А, ясно. Так, вы сказали «обрызгал»? Это про запах, который мы чувствуем, когда едем в машине? Примерно, да. Это очень сильный запах, и вы его ни с чем не перепутаете. И легко определите, если скунс вас обрызгал. О, ясно. А зачем скунсы это делают?
Это их способ защитить себя. Если скунс чувствует угрозу, первое, что он сделает, это выступит вперед или он встанет на передние лапы, и это значит «не подходи ко мне, а то не поздоровится». И если зверь продолжает приближаться, его могут обрызгать. О, похоже, что наш Гарри гимнаст, если он стоит на руках. О, это забавно. А что он ест? Сегодня он ест насекомых. Он очень любит жуков, любит овощи и фрукты. Он даже ест мясо. Ого, Гарри, это так круто! Я люблю скунсов! О, посмотрите! Ха-ха, еще одно милое животное! Хо-хо-хо-хо. Это Эдуардо! Привет, Эдуардо! Хо-хо-хо. Эдуардо – это трехпоясный броненосец! О, похоже, что он ест каких-то насекомых! Это ведь так вкусно для него! Я вообще-то получил разрешение зайти внутрь, но... Вероятно, ему могут очень понравиться мои кроссовки, потому что они пахнут. Так что я зайду и посмотрю, заинтересуется ли он. Привет! Эй! Как твои дела? О, вы видите его? О, у него очень твердый панцирь. Да, трехпоясный броненосец может передвигаться в виде шарика. Но он сейчас этого не делает, потому что это для него защитный механизм. Да, а он себя чувствует комфортно сейчас. Эй! Видите, как он принюхивается? Он такой милый! А когти у него на лапах такие длинные, надо же! И из-под панциря у него торчат волоски. Ха-ха! О, посмотрите на него! О, смотрите-ка! Это же ястреб! Подождите, а вы кто? Меня зовут Линси. Я присматриваю за животными. Ух ты! А как зовут этого ястреба? Это Сиско. Ему 32 года. Ух ты! Сиско такой красивый! О, мне нравятся его крылья. А у него большие крылья или... тонкие и маленькие. У него большие широкие крылья. Они хороши для полетов, но не очень для пикирования. О, ух ты! Они живут в стаях или поодиночке? Эта порода ястребов особенная. Они живут группами или семьями с другими ястребами. Большинство хищных птиц живет поодиночке. О, надо же! Мне нравятся глаза Сиско. Что в них особенного? Ястребы и другие хищные птицы имеют очень острое зрение. Это так круто! И мне нравится его клюв. Посмотрите, он такой острый! А можно я посмотрю поближе? Конечно! О, посмотрите на Сиско! Ух ты! О, такой царственный! О, привет, Сиско! Ух ты! Ух ты! Еще одна удивительная птица! Ого! Это кроличья сова! Ого! Как ее зовут? Ее зовут Папу. О, рад знакомству, Папу! А я Блиппи. Вы видите ее глаза? Они такие большие и желтые. О, это значит, что она хорошо видит? У сов отличное зрение. Ого! Но Папу такая маленькая, это что, птенец? Нет, Папу взрослая сова. О! И она, как и другие совы, летает по ночам, чтобы найти еду? Ну, другие совы ночные птицы. Они бодрствуют ночью, а Папу дневная. Она бодрствует днем. О, это так круто! Папу, она такая милая! О, мне очень хочется ее потрогать, но я лучше не буду. Можно посмотреть поближе? Конечно. Ух ты! Посмотрите! Это анахи! Да, она такая красивая! О, видите, как она высовывает язык? Да, она так часто высовывает язык, чтобы принюхаться! Это так чудно! Мы с вами нюхаем носом, а она использует для этого свой язык! Да, эта змея называется краснохвостый удав! О,
Посмотрите, как она обернулась вокруг дерева. О-о-о, привет! Ух ты! Надеюсь, у нее сегодня хороший день. О, она такая большая! Сейчас в ней 7 футов роста! Да, это примерно 2 метра 30 сантиметров в длину. О, но она будет еще длиннее. Она вырастет еще намного больше. У-ху-ху, да! Она может быть ростом в 12 футов. Это примерно 4 метра в длину. О, это так круто! Ух ты! Смотрите! Это Блю. И Блю – исполинская ящерица. Она похожа на змею, правда? Да, змея с ножками. Но это не так. На самом деле она ящерица. Ух ты! Она так круто выглядит! Вы видите ее язык? Да, он синего цвета. Это необычно. Наверное, хищники думают, что этот язык ядовитый. Да! О, видите ее уши? Ух ты! Думаю, она хорошо слышит. О, надо же! Как твои дела? У тебя все хорошо? Ух ты! Смотрите! Это Тат, а это Кайра. О-о-о, посмотрите на них! Привет! Это египетские черепахи. Когда я слышу слово «черепаха», я думаю о большой черепахе. Но это уже взрослые черепахи. О-о-о, куда это вы идете? Они, наверное, голодные? На самом деле, они живут в пустыне, да. О, и это логично. Это же египетские черепахи. Ого, смотрите, они идут друг за другом. Это забавно. Во-хо-хо-хоу! Привет, пингвин! Эй! Вы это видели? Там такой милый пингвин! Но разве не весело нам было сегодня в зоопарке Вудланд в Сиэтле? Да, мне было очень интересно видеть всех этих прекрасных животных. Эй, а какое твое любимое животное? У-ху-ху-ху! Это отличное животное! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поиске. Произнесете его со мной? Блиппи! Блиппи! Молодцы! Ну ладно, до скорых встреч! Пока-пока!